Так, Илюша сюда приходил, к нам, нет? Все не хорошо. Пояс, Тимофей, пояс. Господи, Владыка неба и земли, слава Тебе. Благочиняющую десницу Твою мы ощущаем постоянно. Ты заботишься о нашей милости, посылай все необходимое, слава Тебе. Благослови приезжающих и отъезжающих, больных, покинутых, одиноких, парализованных, на операционном столе лежащих, утеши их Твоим присутствием. Сохрани нас от всякого рода зла и греха, и детям дай добрый разум. И всем мудрости Твоей Божественной. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А все ли понимаете, часы вот где минутные? Ты его можешь назвать время? Да. Кто не понимает по часам? Ты не понимаешь? Ты не понимаешь, вот когда смотришь стрелка, где маленькая, где большая, что ты этого не знаешь, да? Ну тогда подойди кто-то, у тебя старший брат есть. Почему ты за ним не смотришь? Я сам не знаю. Ты тоже не знаешь? Да, это только электронный. Я знаю, я знаю. Ну смотри, 3 недели. Вот выйди сюда, Андрюша. Посмотри. Ну, какая разница между тобой и Тимошей? У тебя безрукавка опять, бежать надо. И это каждый день почти. А Тимоша одет уже как положено. Телефон! Вот ты. Пойди, Тимофея зовут. Ну-ка, подожди. Говори. Здравствуйте. А что тебе? Нет. Все, слушай, слушайте, да. Говори. Алло. Привет. Почему это нет? Почему это? Какие трудно? Да. Нет. Почему? До второго. Рукой держи телефон. Не урони только. Ну да. Подождем. Что? Что? В каком смысле? Извини, но я твой вопрос не понимаю. Нет. 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 Тима, скажи, у меня все хорошо. Другой санаторий. Да? Ой, не хочет санаторий оставить. Алло? Ну как, поговорили? Высморкайся, Тимофей. Так для того у него глаза и слезы для того, чтобы заплакать. Как, почему заплакал? Нет, сейчас не об этом. Естественно, издалека, из дома слышит голос. Так не один у нас такие, он плакали. А сейчас уже никто не плачет. Он самый маленький. Ничего-то особенного нету, и так понятно. То есть он любит маму, услышал голос и обрадовался. Какой? Это вина никогда... Да. Я понимаю, он обрадовался, но ему надо быть
Так, а, хорошо, сейчас, подождите. От меня что нужно сейчас, в данный момент? От меня что нужно? Но, такой он приехал, посмотрите. А ну-ка, подойдите же, сейчас, подождите, сейчас, минутку, в этот ролик на через неделю-две будете смотреть. Подойдите, девочки, все его по порядку обнимите, а потом взрослые девушки, женщины, подойдите. Ну, потом вы посмотрите, как его любят здесь. О, сколько сейчас. Так, а теперь взрослый к обслуге подойдет, ну-ка, отпустите его. Посмотрите, как он улыбается, рад, глядите, как его любят. Потом посмотрите. Ну, на кого? Вот женская ласка. Да, ни на кого он не обижается, да? Ну да. Что не хочет? Что? Ну это уже за стороной. Тут я не знаю, это семейная жизнь. Здесь ласки ему хватает. Здесь заботятся, обшивают, обстирывают, ходят в баню. Он и дома такого мог не видеть. Здесь строгий распорядок. Он купается. Все, ехал на машине, корень солодки копал. Он дома где увидит? Сейчас вот зреет земляника, клубника, за ягодами будет ходить. Из лука стрелял. Да. Не знаю это все. Что спросили, так, все, отходим. Допрос учиняет. Ничего не надо. А почему ребенок заплакал? Ребенок маленький, 6 лет, матери нету, в разводе. Ну еще спрашивать. Это мама звонила? Да. Я еще мог, все сделал. Они в разводе. Ему нужна жена. Я не разводил. Не знаю. Его все здесь любят. Еще нет такого. Так, как работали? Где вы были? Я вообще не касался. Мы втроем ходили, вчетвером. Телефон! Я видел с этой. С берега смотрел на вас. Говорить. Конечно. Вы все найдете у Михаила, у мужа, спросите. Только ехать здесь очень трудно, потому что мы находимся в отдаленном месте, в степи. Здесь строится деревня. Здесь поезда. Если Михаил не благословляет, не надо. Так, подождите, больше 2 минут вредно по телефону говорить. Дальше, не запрещается, но сможете ли вы доехать? Один поезд среди ночи, в степи, ни зданий, ничего нету. Вы просто сами потеряетесь. Если на машине муж ваш привезет сюда, то домой вам легче было бы. А так, вам не доехать до сюда. Мы находимся в степи. Ну, как приедет он сказал, где-то 2 августа приедет, он-то знает, вы с ним и приезжайте. Это логично. Все, отошел. Всего хорошего вам. До свидания. Вы без благословения Михаила не приглашаете. Подойди. Поближе. Че? Вы без благословения отца-то не приглашаете маму, раз у них такая ситуация. А я не приглашаю, я разрешаю. У меня нет права не разрешать матери встретиться с сыном. Но не отдать. Ну. Встретиться она может прийти, но дальше этого ничего нет. Было такое, что приезжала мать пьяная одна. А дочка ее была, она спряталась здесь от нее. Она приехала тут наводить порядок. Мало того, написала письмо Кляузу в прокуратуру, разбирались, и ничего нигде нету. Мне дал отец, я отцу его и отдаю, и все весь сказ. Она тут ничего не сделает. Да и как она доедет сюда? Ей не доехать? Это может быть где-то каким-то образом. Приедет, значит, она встретилась дальше, что ночевать ей здесь ей не разрешено. Мы здесь кому не знакомы, не разрешаем. Она ничего не спрашивает. Мы разрешаем тех, которых знаем. Только тем. Я вас бы не знал. У меня 2 работницы с Алматы. Мы хотим работать и приехать в лагерь. Ну и прочее. Я говорю, мне нужна ваша характеристика от местного священника. Больше от них ответа не было. На меня просились многие сюда. Я говорю, один даже... Я катехизатор, я могу помочь. Я говорю, у нас хватает катехизаторов и другие. Мы незнакомым не разрешаем. Приезжать не разрешаем. Но у ней сын здесь. Я знаю, Михаил говорил. Вот, а что они... Это мама твоя говорила? Ты по голосу узнал ее? Ну, я не думаю, что чужая женщина назвалась бы. Это не так просто. Вот так. У нас всякие были. И щетки определенные. Ну, она, допустим, приедет и скажет,
А я хочу здесь быть. Не знаю, мы можем отвезти их к священнику, и там в деревне решат, на лагерь она ночевать не должна. Никак. Это лагерь. И здесь определенное правило. Там она может ночевать, там у Любы, еще у кого-то. Днем прийти. Я разрешу ему общение только, когда я сочту нужным. В моем присутствии. Никаких подарков, ничего принято не будет. Определенная у меня норма есть где-то. Я не превышаю свои полномочия, так написано у нас в уставе. Я так поступаю. Ко мне никаких претензий нету. Я ему дал все, что дал другим. Даже даю ему больше, чем другим. Вот такой вопрос. Так, я так и не понял, где наши хлопцы сегодня были? Здесь. Что они делали-то? Пилили дрова, как я понял. До обеда-то. Ну. Вот где-то попадаешь ты, все время у тебя козырек напереди, или стоишь, ногти грызешь. Это на весь мир идет. Ну еще за собой не следишь-то. Без меня даже съемка-то идет. Не я же тебе это делаю-то. Я сказал, ногти грызть не надо. Ногтееды должны прекратить это безобразие. И вот стоит, голову изворачивает, ногти выгрызает в глубину. Надеть перчатки, сказал. Ты почему не надел их? Я не грызу больше. Че он? Он говорит, я больше не грызу. Ну не грызешь, это хорошо. Я должен вас отучить от этого. Так, а девочки чем занимались? До обеда. Тоже пилили. Тоже пилили. Че? Тоже пилили. Пилили, пилили. Пилили. А я думал, белили где-то. Ну ладно. Платочки ваши. У всех кармашки, у всех платочки. Замечательно. Так, беги со всех ног. За листиком, потом оденешься. Так, что нужно? Знаете, Тихонович, вот ребята били и после себя оставили брошенную. А кто это сделал? Кирпич кто туда принес? Подожди. Кирпич кто принес? Ты зачем? Сесть. Что? Сесть. Сесть на кирпич? Да. Так, унеси кирпич на место, железку поставь на место. Не выдумайте никакой вещи не заносить, не подносить. На кирпич сесть. Это место-то зачем? Вы раньше времени становитесь туда. Скажи, какое притягательное место. Вы бы в храм Божий так стремились, как к этому колоколу. Ну все, давайте за стол. Так, это чай автомат валяется. Ну-ка поднимите, уберите его или дрова бросьте. Это твой? Это Тарасев, скорострельный автомат. Сейчас ложки. Так, внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Неправильно. Подойди, возьми за ручки. Вот что-то было, я говорил в это время, а сзади я не слышал. Вот Николаевна, что-то там насчет еды там сзади спорит. Когда я говорю, за кулисами ничего не говорите. Это два голоса говорят, и не поймешь ни тот, ни другой. Если нужно сказать, подойдите, спросите разрешение. Так, ложки раздавать, только за ручку. Я сейчас просматриваю ролики, даю им название, подготавливаю. У нас уже на этой неделе 22 гигабайта. Ролики хорошие, смотрятся легко, люди просят. Сейчас один написал, да благословит вас Господь, ваш лагерь, а сам из Литвы, Литва. И все видят, замечают. У нас не наиграно, все как есть. Почему заплакал? А если бы, наверное, заматерился в телефон, то нормально было бы выглядело. Мы детей приучаем не к лагерю, а к дому. Чтобы они стремились домой. Но умели бы себя соблюсти здесь в тишине. Не рвались. Ничего тут особенного нету. Дай-ка мне кружечку. Все. Садись, ладненько. Знаете, Тихонович, подождите. Где подкрепление?
Тление вашего мотора. Это что такое? Курага. Курага. Значит. Так, подожди. И ягодки. О, и даже. Ладно, то две мне, да? Да можно и две. Скорее хлеб разнесу. Василиса, шевелимся, шевелимся. Это вам для вас специально. Хорошо. Лекарство. Положите лекарство. Это я принял. Так, ложку возьмите там. Хорошо.